Хотим обратить внимание, что индивидуальные предприниматели, которые применяют единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, имеют право на вычет по сумме понесенных расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, но не более 18 тысяч рублей за каждую единицу. Данный вычет будет применяться в том налоговом периоде, в котором был завершен этап регистрации контрольно-кассовой техники. Хотим обратить внимание, что данный вычет будет применяться по отношению к контрольно-кассовой технике, которая зарегистрирована до 1 июля 2019 года. То есть, если индивидуальный предприниматель зарегистрировал контрольно-кассовую технику 1 июля или в последующие уже даты, данный налоговый вычет предоставляться не будет. Также в виде примера хотим привести, что если индивидуальный предприниматель сейчас до 1 апреля зарегистрирует кассовую технику, то этот вычет он может будет уже применить при представлении декларации за первый квартал 2019 года. На официальном сайте Федеральной налоговой службы налог.ру находится вся подробная информация по поводу применения и регистрации контрольно-кассовой техники. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Новочебоксарску. В отношении вычетов это 206 кабинет, по отношению регистрации и применения контрольно-кассовой техники 203 кабинет.